Следователи получили результаты экспертизы по делу о гибели 4 детей в Назаровском районе. Напомним, трагедия произошла в сентябре текущего года в поселке Красная Сопка. Семья с 4 детьми была госпитализирована в медицинское учреждение с отравлением. Погибли все, кроме родителей. Согласно исследованиям, на поверхности посуды обнаружены компоненты средства от насекомых. Состав активных компонентов соответствует перечню, заявленному на баллонах.